Должны были перевести в Лувр, но кое-что, увы, пропало. Добавлю сложности. В конце концов, вы все еще учитесь. Сначала найдите, где спрятан трофей. Совсем не то, что нужно. Thank you.
Ха-ха! Церковь Магдалины – одна из известнейших в Париже. Она еще закрыта, строительство...
Добавлю сложности. В конце концов, вы все еще учитесь. Сначала найдите, где спрятан трофей. Похоже, тут был Арнольд. Это что за... Куда, покойник? Но в конце стало безопаснее. Ты теперь просто мусор. Жди. Послышалось? Здесь ничего нет.
Ха-ха! Это не к добру. Сукин сын. Ты... Вот черт, ты был прямо перед нами. Сюда. Soyez le bienvenu.
аббатство Сен-Жермен-де-Пре. Роскошное здание. Основано в шестом... Что-то не так. Вот это прыг для такого снаряда. Всего хорошего!
квартал Маре. Особняки, сады. Здесь жил весь свет парижского общества. Пока не грянула революция. Часть особняков заняли новые власти, часть заброшена. Здесь... Леня, ты меня слышишь? Больше ассасинов, больше трофеев. Но все, кроме одного, фальшивка. Вперед! Черт! Убийца где-то рядом! Только зря время трачу. Оно. Молодцы. А, чертовы крыса! Thank you.
Джезер 6. В квартале Сен-Марсель много кожевенных мастерских и мест. Очень сложно. Добавлю сложности. В конце концов, вы все еще учитесь. Сначала найдите, где спрятан трофей. Черт, он был рядом. Клянусь, мы по пятам шли. Слушай, гражданин! Боже, это плохо. Черт, это не к добру. Кажись. Черт, куда он делся? Гражданин, ты, стой! Yeah.
Какая странная манера перед... Si vous espériez passer inaperçu, c'est raté. Неплохо тогда получилось. Это отель Дьё, старейший госпиталь Парижа. Он старше даже снов.
Дворец Пале-Рояль. Все равно тебя поймаю! Чихуя себе, вот это глюк! Господи, да он как тип. Только подойди, господи, опять буянит. Ах,
черт, что так? Сейчас ты помучишься! Сволочь! Ravi de te voir, citoyen. Bonjour ici. Le vois-tu alentour ? Толпа найдет склеп Мирабо, тайны братства будут под угрозой. Нужно как можно скорее перенести останки в безопасное место. Тайный склеп находится в подземельях Пантеона. Проберитесь туда и осмотритесь. Будьте осторожны. Тамплиеры и их наемники тоже могут искать склеп Мирабо. Надо... Лучше бы им поторопиться. Ничего. Национальная гвардия на подходе. Хотелось бы продержаться. Почему так долго?
знаю. Мне не сообщили. Уже не знаю, куда сидеть. Толпа совсем дикая. Меня не пугает Горст, как крестьян. Передние ряды держат их? Почему? Чтобы найти тайный склеп, примените орлиное зрение. Послышалось? Кто еще? На одном из каменных колец такой же символ. Три кольца. Три символа. Есть некая связь. Да уж, задачка была не из простых. Пора уходить, пока не прибыло подкрепление. Спасибо, помогли. Но теперь придется пробираться мимо всей Национальной гвардии. Надеюсь, теперь они спрячут останки Мирабо в более укромном месте.
1793 год. Французская армия вышла. Выиграйте турнир и убейте заговорщиков. Без рекомендательных писем на турнир не попасть. Найти их несложно. Заполучить труднее. Меня не пройдёшь! Гражданин. Год. Французской армии нужны солдаты. Выиграйте турнир и убейте заговорщиков. Без рекомендательных писем на турнир не попасть. Найти их несложно. Заполучить труднее. Mm-hmm.
это было? Только через мой труп. Это последнее письмо. Можно приступать. А теперь элементы паркура. Покажите, на что вы способны. Я не удивлена, что вы победили на полосе препятствий. Но Маркуру нужны бойцы. Готовьтесь к схватке. Итак, бойцы, мы можем начинать. Убивать друг друга участникам не разрешается. Клинки и пули приберегите для врага. Так, вам нужно поднять флаг своей команды. Не забывайте о соперниках. Удачи! Итак, бойцы, мы можем начинать. Убивать друг друга участникам не разрешается. Клинки и пули приберегите для врага.
Вперед, бойцы! Мы можем начинать! Убивать друг друга участникам не разрешается. Клинки и пули приберегите для врага. Так, вам нужно поднять флаг своей команды. Не забывайте о соперниках. Удачи! Славно. Теперь ступайте к порту. Дюма проведет вас мимо охраны. Что ж, это был знаменательный ход. Прошу вас за мной к заслуженной награде. Ваш бой напомнил мне... Прекрасно. Здесь нас не услышат. Похоже, мы у вас не ошиблись. Маркур и его сообщники по-прежнему ничего не подозревают. Во имя революции предателя необходимо уничтожить.
Не убегай! Я тебя своих не отобью! Ну вот. Пожалуй, надо вас вытаскивать. Боже! Маркур больше не помеха революции. Хорошо. Ravi de t'accueillir, citoyen. Люксембургский дворец. Перед революцией первый в Париже. Добавлю сложности. В конце концов, вы все еще учитесь. Сначала найдите, где спрятан трофей.